Был ураган. Ну, друзья, представляете, такой вот дождина льет. Вот у меня вот врезался мусорный контейнер. Ветер очень сильный был. Цетины в городе. Вот сейчас буду узнавать, что это такое. Как вообще это восстанавливается. Такая тема. Вот так вот начинает виноград цвести. Потом зернышки будут тут. Потом уже из зернышек появятся виноградинки. И вот мне вчера сделали, дырку замазали, вот сейчас что-то подшкурит, что тут цена получается, сделал специалист, который занимается яхтами, вот, цена получается 30 евро за это, еще подшкурит немножко и все, вот здесь так вот, и все будет готово. Вот так вот здесь интересно, здесь сербский флаг и российский, вперед Россия. Такие кошельки продают, интересные, по 100 евро, бумажки. По 200 евро, уже 500 евро не вижу. Ну, кстати, раз, и кошелечек для каких-то. А, это обложка. Обложка, да? Навчаник. А? Навчаник. А, да-да, кошелечек вот такой. Более вам я вахну. Кошелек, ага, вот такой вот, интересный. Вот и подошли в наше любимое кафе. Поесть рыбную чорбу. Вот нам принесли чорбу. Бля, смотрите, здесь самая лучшая чорба в баре. Видите, как густая. Вот это настоящая такая. Лучше пока не ел. То где-то бульончик приносит, то не пойми что. А вот здесь прям такая, видите, постоянно такая хорошая, свежая рыба. И эту чорбу нам показал Сергей Юрьевич, где она находится. Где она находится? Сергей Юрьевич здесь каждый день вот, чербу кушает. Вот сюда, да. Да. Вот у нас вот. Видишь, вот так пока. Вот такая чёрба. Она вся такая. Вот такая вся. Вот такие куски рыбы. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. И вот, что получилось у меня, идеально все обработали, вообще супер здесь все получилось. Сейчас чуть наклеится, она будет, и все будет вообще отлично, сделать классно. Моя милая нарисовала очередную картину. И расскажи немножко о ней. О ней конкретно не буду рассказывать, просто сейчас пробую делать серию работ по самым любимым местам, которые у нас были в период нашего путешествия. То есть одну работу я посвятила Санторини, вулканическому острову греческому, вторую работу Северного Таиланда, местечку Пай. А это у нас Чили, национальный парк Торрес дель Пайна. Ага. Это замечательное вот, место, да? Чилийской Патагонии. Из наших воспоминаний, как получается, будет такая серия работ. Из всего, что мы видели, самое лучшее, что запомнилось. Спасибо. Вот такая красота получилась. Я приехал в Фиат-сервис. Оказывается, здесь он вообще один. В Черногории. Черногория – маленькая страна. Это находится около Данилограда, около столицы Подгорицы. У меня не работает один инжектор. Вот сейчас посмотрим. Точнее, инжектор не работает. И соответственно, мотор один отключается, на одном только еду сейчас. Вот сейчас они диагностику здесь проведут, посмотрим, что будет дальше. Вот смотрите, как выглядит сервис. Я думаю, как везде, одинаково. Вот сейчас смотрят автодом. Вот так вот. Здравствуйте, друзья. Да, мы с Алексеем приехали на сервис Bosch. У нас появилась маленькая проблема. Одна из форсунок отказ. Мы не знаем, в чем тут дело. Сейчас наши мастеры сделали диагностику, определили выход третьей форсунки из строя. Для этого нужно, чтобы остыл двигатель. Ну, короче, сутки мы, наверное, на этом потеряем, чтобы они только ее сняли. Да. Попытались снять, как она еще снимется, неизвестно. Да, здесь специалисты, оборудование, все есть.
все это. И после этого, когда они снимут форсунку, мы, конечно, уже, так сказать, будем определяться, что дальше, куда нам путешествовать, что нам делать. Пока наш автомобиль в ремонте. Спасибо, друзья. Да, да. Так сказать, обращайтесь, мы поможем.